Итак, к последним новостям. 247 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в республике за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, в Карачаево-Черкесии преобладает новый штамм «Омикрон», который характеризуется легким течением заболеваемости. Однако у пациентов старших возрастных групп может обернуться осложнением хронических заболеваний. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов провел заседание оперштаба, на котором поручил открыть детский ковидный госпиталь на базе республиканской детской многопрофильной больницы. Сейчас в республике работают 142 врачебные бригады. Задействован дополнительный транспорт и специалисты. Увеличена мощность ПЦР-тестирования. Приобретаются экспресс-тесты. К работе привлекаются студенты и волонтеры. По вопросам, связанным с заболеванием коронавирусом, жители республики могут обращаться в службу 122, которая оперативно взаимодействует с колл-центрами региона.